Здравствуйте! Приветствую вас на кулинарном канале диетолога Скачко. Это видео интересно тем, кто любит пить чай китайский и имеет одну из перечисленных особенностей. А именно, возможно, у вас появляется регулярное либо периодически вздутие живота, либо метеоризм. У других могут хрустеть, либо болеть суставы. У третьих может быть гипотония, либо по-иному вегетососудистая дистония по гипотоническому типу. У кого-то может быть просто повышенная раздражительность, нервозность. У кого-то может появляться солевой диатез в почках, периодически обостряться без видимой на то причины цистит, уретрит, простатит. А возможно, у вас есть остеопороз или артроз суставов. Все вышеперечисленное может быть как у вас лично, так и у ваших кровных родственников более старшего возраста. Если вас объединяет одна любовь к чаю китайскому, то нужно просто знать особенности воздействия его на организм и изменить способ приготовления для того, чтобы получать больше здоровья. Вот в этом видео вы узнаете про три способа приготовить чай китайский для профилактики либо лечения вот тех состояний, которые я обозначил. Итак, способ приготовить чай китайский номер один. Вы берете выбранный вами лист чая китайского, на одну порцию примерно пол чайной ложки листа засыпаете щепотку сахара, заливаете крутым кипятком, накрыли крышкой, настаиваете 3-5 минут. После этого добавляете горячее молоко и чай с молоком, английский чай с молоком, готов. Этот способ самый простой, но он самый простой при приготовлении. Не самый простой по результатам. Все проблемы, о которых я обозначил, он уменьшит. Может появиться еще одна, пока не озвученная мной проблема. А именно, на поверхности чайного листа, если вы не уверены в его происхождении, иными словами, вы не контролировали движение чайного листа от плантации до попадания в вашу чашку, и он мог где-то подмокнуть, попасть в более влажные условия, то на его поверхности могли развиться грибковые инфекции, грибки, которые производят один из самых сильных канцерогенов под названием афлотоксин. И при таком способе, а он достаточно распространен, если вы используете именно такой способ приготовить чай с молоком, то риск развития онкологии в вашем организме повышается. И возможно, вам возникнет необходимость купить мою книжку «Рак. Профилактика. Ранняя диагностика», в которой я обозначил и другие факторы риска, которые так или иначе приводят к онкологическим заболеваниям. Тем более, там есть сводная таблица, которая показывает сочетанное действие нескольких факторов риска по определенной онкологии, определенной локализации. И предупрежден, вооружен, лучше вовремя укрепить иммунную систему, чем потом заниматься тоже укреплением иммунитета на любой стадии онкологии. Также очень важный момент. В таком способе приготовления чая не учтено токсическое воздействие некоторых компонентов на печень и почки. Иными словами, возможно, вам понадобится моя книга «Секреты здоровья» или «Что делать, если у вас есть печень и почки». Такой способ, к сожалению, приводит к тому, что возможности печени и почек будут снижаться. К счастью, возможности печени постепенно могут восстанавливаться, если от 4 до 6 месяцев заняться целенаправленно помощью вашей печени. Возможности почек, к сожалению, идут в одну сторону, поэтому тут, к сожалению, не особенности нездорового образа жизни отражаются в большей степени. Скомпенсировать их можно. Самый простой путь – это пересадка почки, бывшее в употреблении. Поэтому этот способ приготовить чай с молоком, он интересен, но есть вот такие вот неприятные, а возможно для вас и неожиданные особенности. Если вы не ожидали, ну напишите. Я не знал, что так просто можно попасть на онкологические болезни. Второй способ приготовить чай китайский, чтобы избавиться от вздутия живота либо метеоризма. Уменьшить хруст в суставах либо боль в суставах. Вылечить остеопороз, артроз, солевой диатез в почках. Предупредить обострение цистита либо уретрита или вылечить вегетососудистую дистонию. В зависимости от того, что у вас есть, какие проблемы есть. Он сложнее, чем первый, но он овчинка выделки стоит. Он без повышенного онкологического риска. Чтобы приготовить чай по второму способу, вам нужна емкость примерно 300-400 мл, чашка, в которую вы помещаете примерно пол чайной ложки чайного листа,
заливаете крутым кипятком, не накрываете крышкой, наблюдаете за появлением цвета. Первую заварку вы сливаете, далее щепотка сахара, примерно 200-300 мл крутого кипятка, накрыли крышкой и настаиваете 3-5 минут. После чего можно процедить, можно не процеживать, и добавляете молоко, примерно треть от объема. И ваш английский чай с молоком готов. С его помощью вы будете заниматься профилактикой либо лечением тех заболеваний, которые есть. Но первая заварка очень важна, когда вы ее слили, вы удалили из будущего вашего чая и канцерогенный афлотоксин, и другие токсические вещества, которые так или иначе напрягали работу печени и почек и могли испытывать вашу иммунную систему. Вы от этого избавились. А если вы хотите получить еще больше пользы, для этого есть способ приготовить чай номер 3. Фактически это чайная церемония, это более сложный вариант того заваривания чая, который я вам только что предложил. И по этому способу вы выбрали воду, выбрали чай. Причем, как выбрать чай, тоже имеет значение. Ссылку на видео вы видите. Очень важно выбрать для своего здоровья белый, зеленый, желтый, красный, черный, синий чай. Они имеют свой спектр действия и свое влияние на вашу иммунную систему и профилактику онкологических заболеваний. Поэтому вы выбрали чай, обработали водой, подошедшей до стадии кипения белый ключ, либо кипения. Вот в этом диапазоне, в любом варианте, вы обрабатываете чашку. Примерно на треть объема, на пол объема вы залили такой водой, накрыли крышкой. И у вас настаивается вода в чашке, стоит примерно 2-3 минуты. В это время у вас вода остывает. После этого вы эту воду удалили, поместили пол чайной ложки чайного листа, залили примерно на пятую часть объема вот этой водой, настояли буквально секунды до появления цвета, воду цветную слили с той опасностью, которая могла нарушать работу печени, почек и вашей иммунной системы. Далее щепотка сахара, кипяток уже остывший и накрыли крышкой, настаиваете те же 3-5 минут. После этого процеживаете или нет, это, как говорится, ваш выбор. И разбавляете горячим молоком в пропорции 2 части чая, 1 часть молока. И ваш английский чай с молоком, супер полезный для здоровья, готов. По этому способу вы получаете максимальное количество биологических активных веществ из чайного листа, полезных для вашего здоровья. А молоко, отдельные его компоненты, блокируют нежелательные вещества. Какие? Да очень просто. Чайный лист содержит много щавелевой кислоты, которая, попадая из пищеварительной системы в кровь, связывается с кальцием и магнием. Образуются нерастворимые в воде оксалаты кальция и плохо растворимые в воде оксалаты магния, которые, удаляясь через почки, могут накапливаться в лоханках почек, и вы видите солевой диатез. Если эта ситуация продолжается длительное время, иными словами, на фоне недостаточного употребления жидкости в рационе, солевой диатез превращается в мочекаменную болезнь, пиелонефрит, почечная недостаточность, ну и в перспективе пересадка почки. Если вы пьете жидкость нерегулярно, иными словами, то пьете, то не пьете, у вас то почти сухое голодание, то гидродинамический удар по почкам, то на этом этапе обильное количество воды вымывает из лоханок почек соли, выделяясь с мочой, обостряется цистит у женщин, простатит у мужчин. Ну, собственно, цистит у мужчин тоже есть, он тоже обостряется, но простатит как-то звучит более по-мужски. Хотя и цистит, и уретрит у мужчин точно так же есть, как и у женщин. На один диагноз больше. В этом случае у вас появляется проблема. Как только вы завариваете чай с молоком, кальций молока, нерастворимые оксалаты кальция происходят уже в чашке. Пройдя транзитом по вашей пищеварительной системе, удаляются легко из организма. Да, вы кальций с молока не получите в полном объеме, но вы не потеряете те запасы, которые были. Иными словами, этот способ параллельно бережет запасы кальция и магния в организме. У вас нервная система спокойна, благодаря тому, что эти элементы присутствуют. И костная ткань в приличном состоянии. Иными словами, остеопороз вам не угрожает. И артроз в суставах тоже развиться не сможет. Потому что более полноценное питание своим суставам вы все-таки обеспечили. Ну а
питание сердечной мышцы полноценное позволяет постепенно вылечить и гипотонию, которая является фактически индикатором. Не давление нужно повышать с помощью кофеина, который находится в чае либо в кофе, а питание сердечной мышцы нужно обеспечить, и сильная сердечная мышца сама обеспечит вам под хорошим давлением хороший обмен веществ. Разные точки приложения и разные результаты. Просто когда вы повышаете артериальное давление, неважно вы пьете чай либо кофе, вы должны знать все 68 кофейных тестов, которые я опубликовал в одной из последних книг «Кофе, Рельши, Алоэ Вера и ваше здоровье». Каждый кофейный тест показывает ваши отношения, ваши реакции на кофеин, которые могут либо провоцировать обострение болезней, часть из которых я обозначил в этом видео, а могут создавать угрозу для вашей жизни через инфаркт, инсульт, острую сердечную либо сосудистую недостаточность, тромбоз либо эмболию сосудов. Эти особенности, они есть, если вы не знаете, как правильно употреблять кофеин, содержащие напитки для вашего здоровья. Ну а этот способ приготовления чая, он самый, пожалуй, лучший. Он помогает избавиться от разных проблем. Если вам нужно усилить действие чая с молоком на пищеварительную систему, но если у вас прекрасно работает выделительная система, иными словами, нет оксалатов в почках, не обостряется цистит, уретрит, простатит, то вы можете приготовить чай еще более активным лечебным средством. А именно, ссылку вы видите, нужно приготовить чай индийский на молоке. Там несколько способов приготовления чая, в котором пряно-ароматические растения помогают в большей степени активировать вашу пищеварительную систему, и переваривание пищи помогает избавиться либо уменьшить вздутие живота, урчание, токсическую нагрузку на печень, уменьшает вязкость крови, и веетосудистая дистония уже вас тревожит в меньшей степени, явление артроза в суставах, остеопороз отступает на второй план, потому что вы обеспечили правильное питание и костной ткани, и хрящевой ткани в суставах. Вот индикатор вашего уровня здоровья, это, конечно же, будут ваши почки, простата, мочевой пузырь. Просто пряно-ароматические вещества из растений, пройдя по пищеварительной системе, производят те эффекты, о которых вы уже узнали, но выделяясь через почки, они могут проверить, а действительно ли у вас отсутствует солевой диатез в почках и нет по этой причине склонности к обострению цистита, простатита, уретрита. Иначе вот таким способом вы можете попасть на проблемы, поэтому советую вам не торопиться, а правильно подбирать различные лекарственные средства, любые продукты питания в зависимости от вашего индивидуального уровня здоровья. Тогда здоровье будет лучше, а риски для того, чтобы попасть с профилактики, которую можно делать всю жизнь, десятки и сотни лет, на лечение, они будут минимальны. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, не уходите с него. Если у вас остались какие-то вопросы, задайте их в комментариях. Если вы хотите избавиться от тех-то проблем, понимаете, насколько это просто, напишите, как просто избавиться от метеоризма или от солевого диатеза, как просто не попасть на обострение цистита или простатита. Это все просто, если вы знаете, как правильно готовить различные продукты питания и напитки, в том числе и обычный чай китайский, который очень непростой и может создать сюрприз в любой момент, в любое время. До новых встреч на моих видеоканалах «Доктор Скачко» и «Школа доктора Скачко» — это YouTube, а также «Школа доктора Скачко» в Instagram.